Радует, что уже есть туристы и гондольеры при работе. Я смотрю, на каких скоростях они заворачивают, поворачивают вот эти вапоры. Это, конечно, уже асы. Такой реально крутой поворот делали. Мне понравилось. Сейчас посмотрите, куда. Ну, уже такси поехало старые, потому что новые такси все коричневые, все. Такие деревянные, это натуральное дерево, там все сделано, да. Вот этот канал заворачивает. Так, а мне надо к этому мосту. Сейчас я покажу. Сегодня я решила с вами погулять потом по Венеции, потому что сегодня без машины, отдала машину на станцию техобслуживания. Мне просто надо проверить масло и кондиционер. Сначала я загнала, помыла машину. Я вам показывала, как я помыла машинку. Это самый дешевый вариант этими щетками. 4 минуты там где-то получается. Они моют ее. 6 евро стоит. Потом я еще взяла цукини. Фамилия итальянская — цукини. Цукини — это в переводе означает кабачок. Классно. Потом еще за евро я попылесосила свою машинку. Ну, так, чуточку ее помыла после этого грязевого дождя. Очередь, конечно, была нереальная. Машин была куча. Все хотели отмыться от этой липкой грязи. Говорят, африканский дождь, но врут. На песок. Где Африка? Где Сардиния? А почему на Сардинии нету этого? Это же рядышком с Африкой. Более, ну, как бы ближе к Африке, чем мы, чем Венеция. Ну, ладно. Что такое? Так, идем, куда я вас сейчас приведу, увидите. Так как уже 6 вечера, почти 6 вечера, то уже вот столики приготовлены, люди начинают кушать. Но туристы начинают кушать, потому что для итальянцев это еще рано, и вообще это новая, Страда Нова называется, но в эта улица, по которой я иду, это в основном все эти рестораны, рестораны рассчитаны на кого? На туристов. Ну вот, мы подходим туда, куда я сегодня решила вас отвезти, потому что я где-то год назад делала это видео себе, вот такое, сходила в этот район, а на Facebook выставляла видео, а вот на YouTube нет. Так что хочу вас сейчас познакомить с этим районом. Ой, какая высокая вода. И смотрите, что написано. Сейчас поднимаемся. Вот это канал, это первый мост, потому что этот район соединяет все острова. Ну, Венеция с островов, ну, как бы, состоит. И это один из 7 основных островов Венеции. Ну, их основных. Мы же знаем, что их много есть. А 7 основных. Вот, и они этот остров соединяется с Венецией 3 такими мостиками. И сейчас я подхожу, мужчина пройдет, и я вам показываю, что написано. Гетто Ново. Гетто Ново. Вы уже догадались, наверное. И мы заходим на территорию гетто. Мы же знаем, как говорят гетто, и почему говорят гетто, и что это значит. Да. Это еврейский район Венеции, еврейский остров, который называется Канареджо. Почему гетто новое? Потому что сначала было старое гетто, потом евреев стало очень много, и должны были еще расстраиваться, и сделали еще, говорили, уже новое гетто. Новое гетто – это дома 8 этажей, нигде в Италии, в Венеции нету 8 этажек, потому что это же болото. Но где возможно построить дома 8 этажей? Только тут гетто. Сейчас я вам покажу, что это за елки там стоят. Не поняла. Внутри елки еще стоят. Прикол. Мне видно, вам, наверное, нет. Так, вот это вот, да, вот эти дома, да. Вот. Вообще-то, да, они очень низкие. 2,50, 2,60. Наверное, евреи тоже были низкого роста всегда. Я не знаю, евреи. У меня не было знакомых евреев, честно говоря. То я не могу знать. Но только в Канареджо, Венеции, есть вот такие вот высокие дома. 2,50 потолки, максимум 2,60 были потолки, потому что им надо было чем больше, ну, нельзя было выходить из-за зоны гетто. Сейчас рассказываем.
первое заселение евреев в Венеции было в 12 веке, да. И жили они на Джудека. Остров тоже один из островов Венеции, Джудека называется. Вот. А потом, в 16 веке, вот мы ездили с вами в Веченцию, рассказывала вам о Палладио, да, в 16 веке как раз тоже. Вот. И в 16 веке папа сказал, что он не хочет, чтобы евреи были в Венеции, хотя Венеция была Венецианская республика, но тоже она, вот видите, я слушала, что говорит папа, и что надо их изгонять отсюда, из Венеции. Но приняли решение все-таки оставить только на отдельном острове, переселить их на отдельный остров и сделать ему такие ограничения. Ограничения в чем заключались? Заключались они в том, что евреи не имели права иметь свою недвижимость, а евреи не имели права заниматься искусством. То бишь все их церкви, синагоги, строили христиане. Архитекторы итальянские строили. Вот хочу вам хотя бы одного еврея найти, одного. Пока никого не вижу. Пока тоже, только вижу одессита какого-то с виду. Может, это одесский еврей одессит. Вот этот большущий, лысый и с золотой цепочкой. Ой, такие 90-е года. Прикольно. Вот, и на чем мы остановились? Хорошо. Если мы уже возле канала, скажу о канале. Короче, до 11 часов вечера евреи могли еще выходить как бы за территорию своего острова, то бишь выплывать там в основную Венецию, да. А потом уже после 11 тут уже этот канал охранялся венецианцами, хотя евреи им платили зарплату за то, что их охраняют, чтобы они не должны были выходить, им нельзя было просто выходить за территорию гетто. Можно потом уже дали разрешение выходить только докторам. Кстати, евреям можно было заниматься медициной, можно было заниматься бизнесом, и у них здесь было 3 своих банка. Один еще до сих пор популярный банк Росса, сейчас я его найду. 3 банка, и каждый банк, вот зеленый, там черный и красный вроде бы у них был. Я уже так, ну, так вспоминаю. Надо было перечитать, конечно, когда шла сюда. Ну вот эти 3 банка, они как бы выдавали чеки. Вот если красный банк, то на красной бумажке. Ну поняли, да, для тех, которые не читают, чтобы они знали, где они, с каким банком работают. Там красная, зеленая, черная бумага. Вот. Но потом, попозже, разрешили выходить и другим евреям. Только надо было одевать специальную шапочку. И на шапочке была такая желтая пометочка. Вот. А потом... Вот, нашла. Банко Россо. Смотрите, я вам говорила, что 3 было популярных. Банко Россо. Красный банк. Еврейский. Вот. О нем все знают до сих пор. А потом, когда Наполеон прибрал Венецию к своим рукам, Венецианскую республику, потом он дал разрешение, чтобы евреи могли расселяться по всей Венеции, где хотят. Уже запретов им не было. А вот евреи... Салон, салон. Интересно. И говорит на иврите. Вы парли иврита, си? Иврита? Лингва? Но я слышу, что он говорит, что ваш холм. Слышу, что это туристы. Я спросила, она говорит английский язык, но мальчик пошел вовнутрь, и там были только евреи. Мне неудобно было заходить уже. Я знаю, там, наверное, ресторан их кухни, еврейской кухни. Потому что видела еду, видела, что все там были евреи в этих шапочках, да. А вот по улице сейчас их просто не видно. То я вижу, слышу, что мальчик разговаривал с ними потом на иврите. Да. Короче, Наполеон разрешил. Потом, когда Австрия прибрала после Наполеона, уже забрала себе Венецию, Австрия опять закрыла. Сказали сидеть всем евреям на зоне Канареджо. Но евреев стало очень много, и они начали разрастаться, выстроиться в высоту. А вот, но ширину никак невозможно было. Но все-таки в 1866 вроде бы году, если не вру, вроде бы так, если мне память не изменяет, их освободили, они уже могли жить, где они хотели, и могли даже уже покупать себе свои, там, свое жилище. Да, ну так интересно, бизнесом можно было заниматься, занимать деньги евреям для венецианцев тоже можно было, но а свое жилье нельзя было иметь. Ну, как-то так. Бедные евреи гоняют их всю жизнь. Я написала Мауру смс-ку, потому что знаю, что он на работе, что он занят. Я знаю, что ему надо потом после работы закупы сделать и приготовить кушать для дочки. Доченька маленькая, 21 год. Я всегда его так подкалываю, потому что мне это непонятно. Чтобы не выбирать дома, чтобы Мауру покупал прокладки,
чтобы Мауру покупал, ну, это папа для дочери, чтобы покупал все для макияжа, всю косметику, он знает, какие тон, все, убирал дома и готовил кушать, но это мне непонятно, конечно. Вот так спокойно себе девочки сидят. То я написала смс-очку, и Мавр сказал, сейчас приду, он далеко живет. Этот район вообще не популярный, он считается не богатым районом. Тут как бы нечего и смотреть в этом районе Канареджо. Вот, то живут тут. Что тут есть посмотреть? Это их ресторан, может быть, кому интересно. Это 5 синагог, 4 синагоги все там относятся там. Потому что здесь были так, евреи из Испании, евреи из Франции. И каждая вот эта община имела свою синагогу. А 5-я синагога непонятно чья. Но говорят, версия такая, что, наверное, те, которые строили, наверное, это их. О, я уже вижу Мауру. Ну, сейчас мы где-то припаркуемся тоже. Тенечки надо. Ну, он идет со своей стороны. Он живет по Страде Новой. Это, кстати, не популярный район для жилья, Канареджо. И здесь жилье стоит дешевле, чем в других районах. Я сейчас вспоминаю, что я вам еще не сказала. Хочу вспомнить, что я вам еще забыла сказать. Надо сесть, пересмотреть видео. Бонасера. Но мы зашли вовнутрь, потому что на улице очень жарко. Пока еще посидеть. На улице солнышко возле канала. То мы, может быть, сейчас присядем здесь, сейчас я включусь и подумаю, что я хочу. Вот, вот, рассказывает мне. Сделал спезу, это закупился. И в Одессу, дето пер мия амихи, амичи, Маура андато фаре спеза, допо воле препараре манджари, перо ио кемато, и Одессу чи видиамо. Вот, ну, мне как раз и рассказывает. Так, смотрим, идем как... О, как се кьямо лей? Не поте для Маурицио. Маурицио. Леонора. Леонора. Идем к Леоноре. Идем до Леонора? Си. Угу. Спасибо, что ви пасо. Вадо кол классико, ва бене? Ва бене. Е уна пира. Бьонда медья? Бьонда медья. Леонора? Си. Арриво на попо. Смотри, как красиво сделаны бутербродики. Канапки. Во Львове говорят канапки. А, и в Польше говорят канапки. И я не знаю, какую канапку скушать. Я взяла красное вино, хотя реально хорошо сейчас просека было бы, но я боюсь на свое горло. А алкогольные сильные, не хочу никакие эти коктейли разные. Вот так, надо определиться. Ферме бизонья, с черта. Знаете, этот кашель меня достал. Мне подруга моя звонила, аспето, черта. Моя подруга в Волгограде живет, Светулечка, подруга по институту. Вот, она говорит, и она, и муж, и дочь, все. Дочка закрыта на квартире, муж в доме, а она в больнице с коронавирусом. Она говорит, пойди проверься, потому что мне не нравится, как ты кашляешь. Ну, не знаю, потому что у нее такие ускладнения уже. Усложнения уже 3-ю неделю пошли. Не знаю, что мне делать. Вот так мы заказали. Вот вино для меня, вот красный красивый такой бокал для Мауро. Вот пиво. На улицу не идем, потому что на улице жарко. Вот там канал возле канала прикольно, но еще пока жарко. А попозже он не может, потому что ему надо идти ужинать готовить. Вот. Сама погуляю. Я говорю для Мауру, Маура, ну сними меня, пожалуйста. Я понимаю, что мы не виделись 5 дней, и что он хочет наговориться еще. Я говорю, сними меня, надо, чтобы меня люди увидели, что я тут все-таки есть. Я вчера постриглась, сегодня покрасилась. Я не знаю, как там мое лицо сейчас смотрится еще в этой темноте. Белла сильно? Белиссимо. Белиссимо. Sempre bella. Grazie. О, хотела посмотреть на свое лицо. Ну, как лысая. Потому что еще и белая. Ну и что? Отрастет, и не, я вообще никогда не парюсь, потому что покрасила, перекрасила, если не нравится. Постриглась, отрастет, слава богу. Короче, не парюсь никогда. Главное вот здесь, чтобы все было хорошо. И чтобы здоровечко не... А здоровье зависит от душевного состояния, вы же знаете все. А душевное состояние как-то так все тяжелее и тяжелее. Вот я смотрю, где лучше падает свет. Ну, короче, красиво я всегда и везде, как говорит Маура. Ну что, взяли добавку, вот такие сальмоны.
Сальмоны с авокадо, как я дома кушаю. И такие вот я купила цветочные подставочки у меня. Сидим. Маура заказал второе пиво, а я ничего не буду. Вот эту чуточку вина выпила и больше не хочу ничего. Какие красивые бокальчики стоят. На улице ждут клиентов. Почему-то в этом баре, ресторан называется. Пока еще людей нету. Это опять же Мауро знакомый. Как везде, куда не пойдешь. Леванте. Венеция. Ресторан специалита пеше. Ага. Пеше — это рыба. Специализируется на рыбке. Только пока Мау разговаривает, еще вышла девочка из этого ресторана, который работает, и ее он знает, она говорит, и всех их знает с детства. Ну да, что так вот. Родился, вырос в Венеции. Это неудивительно, так же мы в своих городах знаем людей. Где припарковаться, где остановиться, чтобы он сделал фото. Пока мы делаем видео. Va bene amore, spegni. И вот тут запрятана тоже гостиница. Вот так себе выезжаешь, вот эта страда новая. Вот Гранд Канал, выплываешь отсюда. А вот как раз люди выплывают. И тут парковка этой гостиницы. И ее, кстати, не видно. Самая чистая вода в Венеции, везде можно пить. С этих фонтанчиков, потому что Венеция очень проверяет, очень. Смотря за этим, потому что была чума когда-то, 1600-х годах, да? И они очень за этим смотрят. Так что водичку можете пить и набирать себе свои пластиковые бутылочки. Это тоже вам такая вот подсказка, когда приедете на экскурсию в Венецию. Всем спасибо за просмотр. Такой маленький у нас получился видеоролик. Я не знаю, я так думаю, буду монтировать дома. И вот мой Viale Don Sturzo, Permestre, номер 2. Я не знаю, что это снимает, вообще так смотрю. И захожу в автобус. И 25 минут я дома, если все нормально. Впереди у нас мост Понте де Либерта. И чуточку еще поедем по суше. Вот и трамвай. Я могу к себе ехать и трамваем, и автобусом. Но автобус меня прямо возле двери, под окном. А к трамваю надо немножко пройтись. То я села на автобус. Чао.